вы когда-нибудь катались на лыжи так, что ваши волосы развеивались во все стороны? Лично я пару раз катался. Словно ездили там, нет? Я чуть устал. А кто уже тут обосрался? Вообще-то все это стягивает. Метров 15. Я жорчика для птиц, зверей укротитель. Я читер. Укротитель, знаешь, зверья. Я сюда еще занес вот эту штуку, она весит килограмм 15, я на веревках тащил. Я залазил, через плечо повесил, потом затягивал сюда, но там застряло. Смотрите. Высоко, пиздец. Здесь я себе шалашки делаю. А вот как я вчера это стянул, тут когда веревки будут вот так. Я сюда просто залез на шару. Я давно это местечко себе смотрел. А, у меня зажигалка улетела. Скорч. Я сюда залез на шару. И значит, и здесь вот эти веревки, значит, делаю. Я просто это придумал, я этим не занимался, там, каким-то хайкингом. Просто я имею в виду, то вообще, что начну с этого, а не с того, что доски здесь забивать, понимаешь? А вот так не видно. Я Антон Буйнов, я световоин по имени Антон. Я Белоснежка, если что. Значит, далее говоря, что еще-то? Смотри, надо очень осторожно, вот эта ветка сухая, но я стяну, она если оборвется, то останется висеть на этой штуке, она же стягивает, смотри. Это я вчера все завел, у меня три веревки эти ушли по 15 метров, которые 6-7 долларов стоят. А это я все занес сюда, затащил, там у меня все вещи. Я их привязал вот здесь, только что, я имею в виду. Я понял фантом, я не парю, просто стон. Там пиздец снизу сложно залазить. Я же сигареты залазил в парике и шляпе, чтобы оно не улетело, понимаешь? Ну, сигарет в кармане, вот в своем леггинсе. Значит, далее, давайте сейчас я вам покажу кое-что. Давайте я вам кое-что... Тут нельзя, на это нельзя опираться, улетишь туда. Просто я к слову скажу, потому что, знаешь, время зря не прожил. У меня тут и учебник иврита, и Дронвала Мелихиседек мы. Цветок жизни я не читал еще. Ом-3 изучайте, сейчас мы пойдем. Сколько дел бог возвратить, знаете, с тобой сейчас охренею. Ку-ку. Я джелу, я Белоснежка. Еще кубаку и... Тратки видите. Видите? Ну это там как бы просто. Утрады хоть жопой жизни. Вот у меня еще веревки, но это другое. Это другие уже. Я тебя купил в Хомдик вчера, вы видели это сейчас с дядь Юрой. У меня дядь Юра вот здесь, Брэд, а вот там мое местечко. Вот там, видите, эти, ковер. А? Видишь, спал? Там ковер. А? Вон там два дерева эти. А вон там Coney Island Hospital. Грубо говоря, за деревьями отсюда не видно. Ну вон, видно. Значит, вот здесь меня дядя Юра сегодня забирал. Смотри. Значит, достаем это. Тут у меня по хибру должен быть. Не, по-французски надо. Либо я вот там оставил, ну а что тогда это такая тяжелая сумка? А, ну это тетрадок такой, а. Я взял все, как дают тюряги, блядь. Они, блядь, если бы не давали, я бы давно себе такие взял, вон они. Наши зелененькие, еще один. Вот эти я купил в этом, рядом с Джекисом. Значит, далее говоря, я и туда лазил, я везде здесь туда повис, знаешь, там обделывал. Ногами, знаешь, зацеплялся. Вниз головой, я не помню, что я повисал, нет, я думал, что нет. Чего? Да я был трезвым. Ну, чуть-чуть я водку не пил, сейчас я выпил. Чтобы попьять, попались ночью. Значит, далее говоря, давай телся.
Надо осторожно, пока я стяжательством тут занимаюсь, видишь, с палубы. Что как бы нужно очень-очень аккуратно, знаешь, чтобы оно не оборвало, не обломились ветки. Потом, когда я так сделаю, уже я думаю, что будет нормально. Я думаю, что будет нормально. Я потом что сделаю. Ну а за веревкой их не было, они сейчас. Ну, нет, дают чуть-чуть, знаешь? Ну я когда здесь. Знаешь, это экстремально, я вчера это завязывал. Здесь высота. 20, ну 15. Ну, 10 метров точно. 12 я скажу. А там ветки, знаешь. Здесь я прям вот эти, знаешь. Чисто вот здесь. И здесь обтягиваю. Ну а там я как обтягиваю? Как сейчас я вам скажу. А видишь, надеюсь, что я ёбнусь. Ну и что? Ёбнусь-то. Я не знаю. Разобью себе эти как его запястья, расцарапываю. Знаешь? Ребра ушибишь. А не то, что ну и че, знаешь, ну и че. Что у вас вот так вот все, видишь, суицидалы. А я воин. Нихуя ничем не занимается, ни йога, ни себе. Здесь надо осторожно, потому что ветка.